часто рассказывает историю блудницы из числа Бану Израиль, являющейся кафиршей, и которая напоила собаку водой, и по причине чего Аллах вел ее в рай. Нет, она не была кафиршей, напротив, она была мусульманкой. Она не была неверующей, но совершала большой грех. Те сынов Израиля, кто уверовал в Иисуса, мир ему, являются мусульманами. Разве среди нас будет являться не мусульманин кафир тот, кто распивает спиртное, совершает прелюбодеяние, пожирает риба? Та блудница также не была кафиршей, а напротив, была мусульманкой, уверовала в Иисуса, Иису, или в Мусу, Моисея, миром всем, или в кого-то либо из пророков, сынов Израиля, однако совершала большой грех, то есть прелюбодеяние, упаси Аллах. Когда же она напоила собаку водой, Аллах простил ее грех, и она не была многобожницей. Аллах сделал рай запретным для неверующих.